Здравствуйте. Вы смотрите программу «С думой о городе». С вами Анна Марченко. 4 года без ремонта. Как будет решаться вопрос с реконструкцией 38-й школы? Как Сургут намерен выполнять задачу, обозначенную президентом России, о переходе всех школьников на обучение в одну смену? Развитие дополнительного образования? Какие перспективы есть у Сургута в этом направлении? Обо всем этом мы разбирались вместе с депутатами Сургутской думы. Затянувшийся ремонт депутаты Сургута обсудили вопрос с реконструкцией спортивного блока 38-й школы. В Думу поступают обращения от обеспокоенных родителей, чьи дети посещают учебное заведение. Напомню, в ночь на 2 августа 2014 года в здании внезапно обрушилась часть крыши и межэтажных перекрытий. Сегодня на ремонт требуется более 500 000 000 рублей. Планировалось, что деньги на реконструкцию окружной бюджет выделит в 2018 году. Однако теперь сроки обеспечения финансирования решили сдвинуть на 2021-2022 годы. Причина в том, что сначала необходимо построить объекты образования на 900 мест в 32-м и 33-м микрорайонах Сургута, а уже затем приступать к реконструкции. Мощность же культурно-спортивного блока 38-й школы всего 200 мест. Что в случае реконструкции будет необходимо всех учеников перераспределять по другим школам? Это первый вопрос. По проекту, сколько времени должна занимать реконструкция этого блока и сколько учеников будет перераспределено в другие школы? На вопрос депутатов о переводе детей в другие учебные заведения в администрации ответили однозначно. На данный момент это невозможно. Ближайшие школы 31, 45, 19 и другие просто не смогут вместить сторонних учеников. В эти структуры уходят дети из 13 школы, которую закрывают на ремонт. Итог один – ждать, когда округ выделит деньги на реконструкцию и когда появятся новые объекты образования. Ни технически, ни организационно, ни физически эти здания принять детей 38-й школы, к сожалению, не смогут. Даже открытие блока 13-й школы, там всего помещается у нас, если рассчитывать в две смены максимальную загрузку, 26 классов комплектов, 52 класса. Кроме того, риски. Мы понимаем, когда мы переводим детей, есть обязательное распределение в первую смену. Значит, в этих 5 школах мы должны тогда будем классы, обучающиеся в первую смену, переводить во вторую для того, чтобы обеспечить соблюдение санпин. Тема строительства школ поднималась в Сургутской думе неоднократно. Город нуждается в большом количестве учреждений образования. В этом году должны были начать строительство 4 объектов, но по факту ведутся работы только на одном земельном участке. Как будет решаться эта проблема, расскажем далее. Вопрос с переходом всех детей на одну, первую смену обучения, напомним, нужно решить до 2025 года. Однако, чтобы исполнить это приоритетное поручение президента России, строить образовательные учреждения необходимо начинать уже сегодня. Сургуту, например, на закрытие темы нужно 23 новые организации. В 2018-м планировали начать строительство 4 объектов. Однако реальное движение сейчас видно только по одному – по школе в 38-м микрорайоне. И то необходимы корректировки. Сейчас в рамках этого микрорайона делается корректировка планировки этой территории и немножко участок планируется изменить. Рабочая группа, которая ответственна в Сургуте за строительство новых школ, встречается еженедельно. Однако проблемы возникают то тут, то там. Где-то нужны корректировки границ земельных участков, где-то низкая активность инвесторов. И мы сейчас еще в ожидании. У нас буквально за месяц еще 3 инвестора разных приезжало. Мы сейчас всех абсолютно принимаем, любых, кто хочет строить в округе. Ведь ни одной школы-то строить, иначе что? Это окружная тематика и общая проблема. Впрочем, самый серьезный вопрос, по мнению членов фракции «Единая Россия», заключается в инженерных сетях. На прошлом заседании просили подготовить схему, по которой все земельные участки будут обеспечены электричеством и теплосетями, или хотя бы будет отражена перспектива подключения к ним. Но этого документа до сих пор нет. Будет это все через инвестиционные программы, либо это все надо включать в муниципальные программы за счет своего бюджета и так далее. Я этого подхода пока не вижу. Администрация Сургута решила вопрос по электросетям. Все участки для строительства школ будут обеспечены электроэнергией. Сегодня есть проблемы по подключению к сетям теплоснабжения. Схема теплоснабжения будет готова у нас в ноябре, в декабре. И тогда на 2019 год у нас будут все основания включить в инвест-программу именно предприятий. Но кое-что пойдет по индивидуальному тарифу.
Застройщик, потенциальный инвестор, не заходит на возведение школ хотя бы потому, что у него нет гарантий, что муниципалитет своевременно подключит сети. За свой счет бизнес этого делать не будет, слишком накладно. И пока схема инженерки еще не готова, инвесторам хотя бы можно выдавать письменные гарантии. Инвестор говорит о том, что я готов выходить на объект, вы дайте мне бумагу, подтверждая, что город Сургут берет на себя обязательства в будущем обеспечить полностью подключение за счет муниципального образования. То есть исполнить свои обязательства, которые на него законом возложены. Именно так решение вопроса по привлечению инвесторов можно было бы ускорить. Однако гарантийные письма не отменяют обязательств по составлению схемы по инженерным сетям. Поэтому этот документ все равно будут готовить в обязательном порядке. Что касается планируемых объектов, то в этом году есть реальный шанс начать строительство 3 объектов образования. Это значит, что красные ленты торжественно перерезать мы будем через 3 года. Еще один объект, но уже дополнительного образования, который город ждет с нетерпением – станция юных натуралистов. Напомню, здание для эколого-биологического центра начали возводить еще в начале 2000-х. Но из-за кризиса 2008 года стройку заморозили. Сейчас вопрос вновь на повестке дня. Администрация предлагает снести строение, признав его аварийным. Еще был момент по сносу здания. Нам администрация сказала, что 22 миллиона стоит снос. Мне кажется, что надо этот вопрос, во-первых, все-таки понять, есть у нас тот инвестор, который построил бы эту станцию на тех условиях, на которых согласен город, и вполне возможно, он бы, может, и взял на себя снос этого здания. Таким образом, мы еще и сэкономили бы деньги на этом. Поэтому вопрос требует еще обсуждения, проработки, но перспективы, мне кажется, очень даже хорошие. Депутаты настаивают, что на месте недостроенного здания должен появиться только один объект – новая станция юнатов. Тем более, что в этом заинтересованы как жители города, так и власти региона в целом. Необходимо развивать программу дополнительного образования детей, а внедрение новой структуры дало бы мощный толчок в этом направлении. Как отметила председатель городской думы Надежда Красноярова, для появления в Сургуте естественно-научного кванториума сегодня есть все предпосылки. Тем более, да, есть интересант, который предлагает свой проект построить именно такой же объект без вливания из городского бюджета, что нас очень радует. И второй момент, не менее важный, в общем-то, есть предварительная проработка с окружными властями. Мы можем попасть и в окружную федеральную программу, поскольку тема развития и устройства кванториумов, она актуальна и она финансируется. У нас пока в округе такого нет, кванториума такого вида. Поэтому почему бы не выйти ему первым в Сургуте? И на этом пока все. Это была программа «С думой о городе» и я, Анна Марченко. Всего доброго!